18 апреля около полуночи в доме на Марсельской, 20, мужчина решил покончить с собой, угрожал взорвать дом. Как сообщил активист Юрий Дьяченко, житель дома открыл в своей квартире газ и угрожал взорвать себя и соседей. В районе 12 ночи на месте работали полиция, спасатели, скорая помощь. Жители Парадной быстро эвакуировали, неадекватного гражданина скрутили, после чего отвезли в психоневрологический диспансер.